Всем привет! Съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Сегодня вашему вниманию я покажу объектив. Объектив немецкий. Zeiss Icon. Давайте посмотрим. Объектив с затвором. Вот. А внешний это затвор. А внутренний вот то, что ближе к центру, со стеклом. Это у нас объектив. Давайте посмотрим. Затвор Кампур. Произведен Zeiss Icon. Вот. И все. Затвор рабочий. Давайте посмотрим. Ага. Давайте мы наручную выдержку поставим, чтобы можно было разглядеть. Взводим затвор, нажимаем на кнопочку, да, сработало, отпустили, да, работает. Еще раз. А где здесь? Не вижу я. А, вижу теперь, нет, не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Вижу. Теперь вижу. Давайте мы еще раз сделаем и задержим. Открыли. Диафрагма рабочая. Это то, что касается затвора. Давайте посмотрим, что написано на объективе. Объектив не тар, а настигмат. Относительное отверстие 1:4,5. Фокусное расстояние 11 сантиметров. Вот такой красавчик. Вот такая красота. Еще раз напомню, что съемка велась для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. До новых встреч на канале. Всем пока-пока. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Пока-пока.